Привет. В Эдене было 10-часовое обновление, потому что разработчики решили обновить движок. Сейчас я впервые сыграю в Эден после обновления. Посмотрим, заметны ли изменения. Они опять заруинили мое управление, которое я столько настраивал. Это первое, что я заметил. Ну, давайте посмотрим, как все выглядит в игре. Я заметил, анимации более плавные. Я вот смотрел на сферы. И здесь, в принципе, в меню все так же. Более плавно и лучше выглядит. Я не знаю, меняли ли они уже скины старых персонажей. Мага там, например. Потому что, кажется, они собирались изменить модельки. Теперь на капсулок. Благодарю. Не сегодня. Тиммейтов не изменили, спасать они не собираются. Пошли. Окей, он изменил цель. Ой, здесь, кстати. Напишите, какие вы изменения видите при обновлении. Пока что некоторые мелкие изменения заметны. Ладно, я подожду. А мой портал все еще на месте. Потому что я профи жри. Привет. Ой. Профи, да? Не могу подойти к нему. У него, да, у него была нижняя ветка.
Блин. Это я другое планировал. Я думал, это будет изи. Я почему-то думал, что у него даже нет инибит. Я думал, пойду в наглую к выходу, но нет, не удалось. Самым большим отличием пока что для меня было плавная анимация перехода на сферы другие. На этом все. Пока.